Вечером после ресторана традиционной кухни, про который я рассказывала в предыдущем ролике, мы захотели посидеть в кафе. Но не в обычном кафе, которых полным-полно везде, а чтобы с атмосферой. Быстро нашли в приложении это место, позвонили и предупредили, что сейчас приедем. Но когда приехали, оказалось, нас никто не ждал так быстро. Это деревушка где-то в горах в районе Тегванрёнг. Провинции Канвандо. Здесь реально, ну, как дом просто. И никого нет. И свет не горит. Как будто бы здесь вообще и закрыто, и все. Опса? Чё на? Сушится рыба. И здесь есть злая собака. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Злая корейская собака. И вот такая рыбка здесь. Крутяк, да? Скажите же, красота. Тут такая красота, тут такая атмосфера обалденная. А, Сопя, Хадима! Сопя! Хадима! Вот детский сад, на первый раз в жизни нормальную собаку увидел. О, зажглись огонечки. Товарищи, я хочу здесь жить. Здесь такая красота. Посмотрите, люди просто живут на втором этаже, а на первом этаже имеют вот такое вот офигенное кафе. Как же я все это обожаю. Вот город мне, ну не нужен мне город. Ненавижу я город. Я вот так жить хочу. Такую нам музыку офигенно включили. Такая здесь шикарная атмосфера, камин, дрова. И такая красота за окном. Хочется плакать иногда от такой красоты. Надеюсь, что мы в скором будущем будем жить в таком доме. Главное загадать желание и верить. Анджина, 손으로 만지면 안 돼요. 안 돼. Там столько красоты стоит, она все руками трогает, мне аж прям неудобно как-то. Ходят как сороки, разглядывают, все ему интересно.그 소리 죽인다. 먹어봐. 아이스 그렇게 맛있어? 맛있어? 내가 먹어. 아니 맛있어 언니? 맛있어? 괜찮아. 이거 같이 먹고.
Да, и палить пазику вот эти. Мы заказали одну кружку грейпфруктового чая для Софии и одно какао горячее, горячий шоколад для Ангелины. И нам принесли по две чашки. Одного две чашки и второго две чашки. Просто, чтобы детям, наверное, мало не показалось или что. Я не знаю, просто здесь очень добрая хозяйка, хозяйка этого дома. Кроме нас здесь клиентов нет сейчас. И она решила просто вот так нам угодить. Это так по-корейски. Ну, так мило. Нам бесплатно еще целую чашку клубники. Клубники принесли. Если честно, меня вот такая вот корейская забота иногда обескураживает. Я не знаю, как реагировать на такое. Когда заказал две чашки чего-то, мало того, что тебе принесли 10 чашек, бесплатно печенье домашнее, бесплатно целую чашку клубники. Это просто мы ей понравились, она нас угощает без конца. С одной стороны, это безумно приятно, с другой стороны, как-то я не очень ловко себя чувствую всегда в таких ситуациях. Напишите, как вы себя чувствуете в таких ситуациях. Я кисок коги чимпу петосол, но мопасо. Это, короче, был просто стакан воды. Ангелинка туда. Полоскала нам рот, плевала туда, чуть ли не носки там стирала. А потом Софика. Вкусный сок, что? Ой, я не могу говорить. Софья взяла и выпила. Анджелина, тебе в гестапо только работать. Ой, господи, я не могу. Давно я так не смеялась. Нет, я даже не заметила, я предупредила, конечно, я даже не заметила, как это поделилось, а это выпила. София говорит, что такое маленький? Я заказала эспрессо себе. Она говорит, что такое маленький стаканчик? Я говорю, ты попробуй, это эспрессо. Что? Вот как-то так у нас быт и налажен. София заварила мне лапшу, достала кимчи. Все приготовила и говорит, мама, иди ешь. Только так, а не наоборот. Что? Что, не что? Хвалю тебя, нахваливаю. Так. Кушать подано, садитесь жрать. Да? Да. Ладно. Ладно. София, в игре. Добрая сестра. Чаки, вы руки чаки. София, ну мы чаки со. Корейский ребенок. Я буду лота. На чичану могу, да,
сыра. Куки вино, а не. Есть такой специальный день, праздник в Корее, когда все одинокие люди едят вот эту лапшу черную. Потому что чисто ее есть невозможно, у всех такие моськи грязные всегда. И считается, что если ты одинок, то ты спокойно можешь есть эту лапшу. Что может быть лучше, тупо валяться вот так вот? Тупо валяться, что-то жевать, что-то смотреть. Все вместе, в одной комнате. Дома все по своим комнатам обычно лежат, а здесь от безысходности все в одной комнате.